Дорогие друзья, всем здравствуйте! Новый выпуск Battle Сундуков вместе с Зибраилом. Привет всем! Мы сегодня будем, короче, батлить этот, открывая сундуки, только не те, которые нафармили подписчики, а покупать им сразу на аккаунт, то есть будем донатить на мегаящики. Тут недавно вышла акция новая, 49 мегаящиков, я, конечно, охренел, вот, и так как это еще не исчезло, мы решили на этой теме еще сделать батл. Помните, я вам говорил, кто подпишется на мой инстаграм, на канал, я разыграю вот эти все мегаящики, те, кто писали нам, и вот мы взяли ваши аккаунты, продолжайте писать, потому что еще будет один батл интересный в скором времени, тоже на этих мегаящиках. У кого есть мегаящики, обязательно пишите, потому что, и подписывайтесь на инстаграм, потому что возьму ваш аккаунт и тоже вам куплю. Значит, смотрите. Батл у нас под тем же правилом, на моем канале будет первое открытие, на канале Зибраила будет второе открытие. Выбиваем новых бравлеров, зарабатываем очки, за редкого 1 балл, за сверхредкого 2 и так далее. Лего 10 баллов. Вам нужно подсчитать, сколько баллов мы набрали. Но я думаю, не стоит вам дублировать, хотя давайте все-таки 3 балла у нас эпический, 4 балла мифический, ну и Лего у нас 10 баллов. Подсчитывайте баллы и пишите в комментариях, сколько мы баллов набрали. Но обязательно пишите наказание, потому что просто так батлить неинтересно, желательно с наказанием. Да? Да, да. Ты готов? Да, конечно, я готов страдать. Вот, ну что ж, у меня уже гимы на аккаунте есть, я закинул челу. У меня еще помимо мегаящиков есть бесплатно, я их тоже открою, но надеюсь, что с них ничего не выпадет. Так, ну что, поехали? Давай, покупаем? Да, 49 мегаящиков, поехали. Дорогие друзья, поехали, три. Дорогие друзья, чтобы выпали все легендарки, надо срочно подписаться на канал и поставить лайк. Давай, быстрей. И обязательно сделай это, если хочешь, чтобы я тебе тоже купил акции и тоже выбил все леги. Давай, подписывай. Все, первое есть, отлично. Просто взял, подписался, бац, один балл холдинг заработал. Так, ты давай не говори там, что выпало. Не говорить? Ну, нет, или что? О, 6 предметов, холдинг, ой-ой-ой. А тут 5 бойцов всего лишь. Так. А, стоп, надо 7, значит, предметов. Я хочу 3... Я, кстати, мне скриншот сегодня скидывали. Вот, что чувак тоже открыл эту акцию. У него 3 бравлера выпало. 3 бравлера? Да, с одного. Блин, это просто, очень наверное, на канал подписан был. Да, да, кстати, это те, кто подписан на канал, и вот им падают, да, по несколько бравлеров с одного сундука. Причем один из них легендарный. На тебе еще один боец. Тимур приперся тут. Ты смотри. Опа, и убежал. Так, я второй открыл. Ты я уже там много, наверное? Нет, только второй открыл. Ага, давай третий. Третий, поехали. Вот 4 предмета. Да блин, 4 предмета, это значит... Слушай, а у нас, может, одинаково падает? В смысле одинаково? Ну, в смысле, надо посмотреть, знаешь, а параллельно открывать. То есть ты сейчас мы третий открываем. Я третий открыл. Сразу четвертый. Так, я открываю четвертый тогда. Поехали. Ага, 4 предмета. 4 тоже предмета. Окей. Okay. Блин, ребята, очень важно сейчас срочно оформить подписочку. Yes! Только о, это сказал тебе и тоже, падает. Да? Да, 4 предметов. Слушай, что-то тут не чисто. Так смотри, это ж падают не сильно такие редкие, видимо. Какая разница? Просто у нас одинаковое примерно количество. Ну, то есть, может быть, у нас что-то там на сервере происходит, и нам одинаково падает. Давай просто сравним. Вот я сейчас следующее открываю. Я открыл, у меня 4 предмета. Так, подожди. Так. А, у меня 5, нет, окей. А, ты все-таки... думал, у нас одинаковые будут, типа, каждый раз новые бравлеры падать? Да. Ага. Я просто записывался одним чуваком в Clash Royale битву еще давно-давно, в 17 году. И мы там заметили, что открывали мы одинаковые. А, я количество. Видел этот батл. Да, да, да. Я офигел. И ты такой сидишь, вообще не реагируешь. А, Лего выпало, и Лего. Так, я следующий сундук открываю. Так, я тоже, я уже запутался какой. 3 предмета. 3? Да. Это, походу, кто-то отписался. Так, обратно подпишись срочно. И... А, нет, никого нет. Так, смотрите. Давайте сейчас, короче, если подпишется Захар, Артём и Сергей, то вам выпадет Лего. А, и Саша. Так, надо... И Саша, да? Надо еще посмотреть, кто подписал. Да, смотрите, оп, но только не Лего, но новый бравлер. О, ну-ка, погоди. А ну? Так. А мне, подожди, сейчас я открою. Давай. Не, ну, видимо, надо было еще кого-то назвать. Наверное, Илья. Вот он просил меня. Вот Илья говорит. Блэд, а Илья? Илья, Никита Тимофей и Ваня. Так,
Кстати, я видел, Серега Аурум тоже начал такое, знаешь, типа. Ты видел, нет? Ну да, так это же мы с ним разговаривали. О, Поко! Это Леон, оказывается, блин. А, да-да-да, зеленый. Так, какой ты сундук открываешь? Я уже запутался. Я запутался тоже. Вадим просил, и Эрик просил. А Серега? Серега тоже, да. Про Артура не забудь. Артур, а ты что, разве не подписан? По-моему, Артур подписан. Ой, слушай, подожди, если сразу 50 очков с первого, то это что? А, кстати, ребят, я уже сбился со счета, я не считаю свои очки. Вы обязательно почитайте, пожалуйста, сколько очков я набрал, сколько тот неудачник. Справа от меня или слева? Где ты от меня? Слева. Я слева должен быть. Да. Справа от тебя. Да. И также... Я прошу, пожалуйста, очень внимательно проверить подписку Лев и Арсен. Так. Ага. Ты там, у тебя там список имен, что ли, по алфавиту? Нет, я открыл уведомление, кто просил передать привет, я передаю потихоньку по списку. Никита, так, открываем? Давай, поехали. Оп. Оп, 5 победов. Давай, Никита, подписывайся, сейчас Лего будет, смотри. Ах ты ж, блин, Никита, ты, походу, не успел подписаться. Начали так хорошо. Да сейчас будет, Я просто, я назву какое-то волшебное имя сейчас в конце и... Ярик и Руслан должны подписаться, 100%. Возможно, кстати, возможно. Надо прощупать. Mm-hmm. То есть каждый день, это как в гороскопе. То есть на каждый день есть какое-то везучее имя. Вот я сейчас его прощупаю и вы... А давай проще сделаем. Как? Кто родился под гороскопом Скорпиона и Льва, подпишитесь. Так больше площадь будет. А ну да. Ага. Кто родился? Кто в декабре родился, в сентябре, в октябре, в ноябре? Подписывайтесь. А ну да, кстати. Вот ты, блин, волшебник хренов. А что там усложняете все? Владимир, как у тебя дела? Проверь подписку на канал. Блин, потому что Леги не падают. Кто же сегодня то самое волшебное имя? Ну, да что за говно вообще падает, я не понимаю. Так, блин, да, мегаящики открываем, и что это, где Леги? Прикинь бы, мы потратили 2000 геймов бы на это, и все, ничего бы не выбили, вообще ужас. А 2000 геймов это 49 мегаящиков? Ой, 4000 геймов, 4. Yes. Айнур, подписывайся, видишь, начинает падать. Ну? Так, передай привет Тимофею. Тимофей, я надеюсь, ты, когда просил передать привет, ты этот ролик смотришь? 6 бравлеров, это хорошо. Вау, 7 бравлеров, это что такое? Да, конечно, 8. Ой-ой-ой, слушай, 8-то бывает, наверное. Так, кто родился в июле? А ну, подпишитесь, посмотрим. Так, ну, пожалуйста, Лего, давай. Давай Лего, Лего давай. Блин, 3 правильно. О, нормально. Блин. Ай, так, кто там еще у нас по списку? Пойдет, пойдет. Я тебе говорю, кто еще родился в марте, в апреле и в июле? Обязательно подпишись. Не-не, не спеши, не спеши, подожди. В июне. Все подписаны, кто родился? Я не знаю, но мне кажется, не все. А, сейчас вот июль. Пишу. Июль, кто с июля? Быстро подпишитесь. Кто с июля? У кого скоро день рождения? Я вас поздравляю всех с наступающим, друзья. Желаю вам отличного настроения, побольше легендарок. И вот он у нас, красавчик падает. Красава, кто с июля подписан, ждите. Вам сегодня в этом месяце будет удача однозначно. Ага. Так, август на подходе. Кто с августа? Ну-ка. Поехали с августа. Я открываю. Давай, ну. Да блин, да что такое-то, а? Я даже не знаю, сколько у меня сундуков осталось. Сейчас, смотрите, сейчас я правую руку. 7 предметов сразу. Так. Блин. Ой, нет, 5. Назови мое имя, оно очень редкое. Деловар Безуглый. Безубый? Да, Безуглый. Безуглый, это как босса, знаешь, имя какое-то. Глеб просил. Давай. А если я Максим, и я подписан на канал и ставлю лайки под каждым роликом, значит, Максим, тебе надо срочно найти такого же классного друга, как ты сам, и попросить его подписаться на мой канал. Срочно, и тогда тебе... Yes, Максим, видишь, все работает. Да ты там быстро, наверное, строчишь, когда открываешь. Нет, на самом деле нет, я очень медленно открываю. Да? Богдан обижается, что мы его пропускаем. Богдан, ну неправда же, ну называем. О, 5 предметов. О, по-моему, тоже было 5. Ну-ка. Да, блин, я не знаю, сколько уже очков я там накопил. Ребята, обязательно. Да ты какашка, все забрал мои. О, 6 бравлеров, пацаны, 2, наверное, выходит. Показываю сразу. Так, Руслан. Двойное это, кстати. Русик. Открыть. Да-да-да, я тут, Русик. Тут. 2 очка. А я не считал свои.
Не, я не считаю, просто я показал на вебку, как выпал бравлер. Один на вебку, другой на экран. Суммируем. Захар называл сегодня, но... Так, ну блин, ну кто же, блин, Паштет, Павел подписан, нет? Павел Паштет? Да. 123 очка дали, вы нашили, слушай, неплохо. Но мы сейчас прокачаем всех бравлеров, мне кажется. Кстати, а у тебя вообще много выбито было? Нет, немного. Кстати, я на своем твинке открывал, я, по-моему, некоторых бравлеров на фул прокачал. Да. Я офигел. Кстати, тот аккаунт, на котором, ребят, я открывал и выбил спайка, тоже будет разыгран. Подписывайтесь на мой основной канал, на инстаграм и на лайв канал. Разыграю, наверное, его на стриме. Все, мне, кстати, ничего не падает. Я, походу, всех бравлеров прокачал уже. О, теперь моя очередь, да, тогда? Вообще всех прокачал? Что ты быстро открываешь? Так я медленно открываю, блин. Но только надо срочно Легу. Может, Петя не подписан? Петя, ну. Давайте Петя, так, да. С августа, кто родился, все подписались? Давайте. Подтягиваемся, кто с августа? Да, подтягиваемся, потому что, ну, надо Легу срочно вытащить. Подожди, Тимур. Я календарь переверну. Кто с сентября? Кто? Быстренько подписались. Открой пока. Тимур сейчас открывает. Куда ты читеришь? Эй, если, погоди. Если Тимур выбьет, то ему баллы засчитаются на следующий батл. Давай. Да блин, Тимур, вообще два сундука в никуда. Уходи. Все, наказан. Назови имя Матвей. Матвей? Да. А, ты себе говоришь? Так, я даже не знаю, мне кажется, мы уже 30 штук открыли. Я тоже не знаю, блин, очень обидно, если Лего не... 6 бравлеров. Блин, все! Все? Да. Опачки. Друзья, ну на мой канал тоже подписывайтесь, сами видите, как говорится, что происходит. Ты что, там выбил Лего лишь? Да, так, да, ну еще. Не скажу. Слушай, а я на этом не остановлюсь. Тут еще у него два ящика. Подожди, я тоже сейчас дооткрываю. О, еще 6 предметов, 2 подряд, смотри. Опа! Я же говорю, Да что такое там? Про ссылочку не забудь сказать, что там на мой ролик тоже будет. В описании, да, ребят, переходите, считайте баллы. Но обязательно надо подписаться, так. Говорит, медленно открывает. Ох ты ж, ёкарный бабай! 6 предметов! Что такое там происходит? О, пацаны! Все, ребят, я открываю еще 2 мегаящика. Доначу 5 долларов, но я должен, я не хочу. Я это так не оставлю. Да челу задоначу 170 гемов и 2, он будет рад. Мне лучше скинь. Короче, я тут 2 бравлеров подряд вытащил с 1 мегаящика. Это законно вообще или нет? Так, ребят, пожалуйста, последние 2 мегаящика. Еще 170 гемов. А, нет, не последние. Твою мать, что происходит вообще? Что такое там? Ничего. Ты Лего выбил, блин? Не скажу. Капец, блин, я чувствую, что он там, блин, сыпет ему. Блин, ребят, ну подпишите, чтобы мне сейчас насыпало, ну по-братски, а. 5 предметов, пожалуйста, срочно, чтобы это было Лего, умоляю, Стасик. Нет, ты чё, там не будет ничего. Боречка, родной мой, пожалуйста. Ну? Кто родился в сентябре, в октябре, подпишитесь. Сентябрь, октябрь или в ноябре, кто с ноября, блин, ребят, ну Лего, однозначно. Пацаны. О, Ходик, я уже сбился со счета. Тут просто падает. В смысле, 5 предметов и ничего не выпало. Такое... А потому что там уже все у тебя. То есть у тебя прогрузились те бравлеры, которых ты выбил в первый раз. Тю, блин. Ой, у меня все. И у меня еще 180 гемов на 2 мегаящика. Открываю? О, еще, смотрите, я еще задоначу челу 2 доллара. 5 предметов, но это понятно, просто никого нет. Там еще 2 доллара, слушай, и 80 гемов. Как раз еще на 1 мегаящик и еще 1 мегаящик. Куда? Да туда. Раз, два, три. Блин, вот чел будет рад. Надеюсь, мы ему выбьем Легу сейчас. 5 предметов. Пожалуйста, ну, срочно. Блин, может декабрьские подписчики, кто подпишется, выпадет Лего. А ну, кто с декабря? Сколько у него было? Что он там молится, блин? Сколько было этих? Сколько было, как их, гемов у него? Что ты там молишься, блин? Я не молюсь, я шепчу. Молишься. Ты что там, кстати, читеришь, я не понял. Мы договаривались открыть конкретно количество. Что там покупаешь? Да ничего не падает, не ной. Я закончил. Сейчас, погоди, сейчас чуть-чуть. А, походу, последний сундук. Я не помню, сколько было этих гемов. Блин, надеюсь, так гемов.
Да блин, фу нах вообще, походу да, ты выиграл. Да. Но, ребят, в смысле походу выиграл? Вы еще посмотрите, как я его нагну на его канале. Видимо, здесь мне не повезло, я чувствую, он там обошел меня. Но я однозначно вытащу Легу на его канале, это 100%. Просто, ну тут гадалки ходить не надо. Обязательно чекните, поддержите меня на его канале, потому что там его подписчики будут на меня давить. Мне нужна ваша поддержка, ссылка в описании. Ну что, все, мы закончили? Все. Да. Подсчитывайте баллы, дорогие друзья. С этого ролика и со второго ролика. Пишите, кто проиграл. Ну и будем выполнять наказания, которые вы напишите в комментах. Обязательно подписывайтесь, ждите. Еще будет через несколько дней баттл очень крутой. Прям вам очень понравится. На Инстаграм подписывайтесь, у кого такие акции. Я вам куплю на баттл. Еще возьму два аккаунта. Все? Да, пока. Пока, ребят.